среду в Самарской области пасмурно с прояснениями, осадки в виде дождя и снега. Еще похолодает, днем плюс 2, плюс 4, ночью минус 1, плюс 1 градус. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно с прояснениями, дождь, в светлое время суток плюс 4, в темное минус 1 градус, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 4, ночью плюс 1, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 2, ночью 0 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 72%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.